Привет, друзья, с вами Оксана. Как всегда, начинаем с планирования эту неделю, и это моя предыдущая неделя, как она стала выглядеть. Я, как если помните, ставила себе задачи больше ходить на этой неделе по сравнению с прошлой. В общем, я считаю, что это у меня получилось. Кстати говоря, если слышите шум, начался, в общем, жуткий ливень, там гроза, так что наверняка будет все слышно и шумно. По сути, жизнь сама подкидывала, как говорится, ситуации, чтобы я исполняла свои вот эти вот задуманные планы. Поэтому вот местами даже гораздо больше, чем я задумывала. И это очень-очень классно. Так что приступаем к следующей неделе. Кстати, да, июль уже тоже на канале. Следующая неделя – это вот уже полноценная неделя июля, то есть без разрывов. Одна неделя, другая неделя, ну, имеется в виду, один месяц, другой месяц, правильно так. То есть, вот как вот это было, здесь часть июня, часть июля. Здесь уже полноценная июльская неделя. И вот эти заголовки я на этот раз, наверное, все-таки закрою. Но обязательно в какой-то следующий раз я попробую их оставить. В общем, ну, только просто не в этот раз. У меня тут, в общем, всяких вот этих вот остатков, вот сколько, целая куча всяких-всяких штучек. И причем вот, в общем, какие-то такие все разрозненные остатки, непонятно, как говорится, что с ними, как их объединить. И надо бы, наверное, уже просто напечатать новый, но, в общем, хочется мне закончить то, что есть. Поэтому эта неделя будет, в общем, таким, не знаю, чем каким-то таким вот объединением многих разных цветов, скорее всего. И, в общем, какие-то, может быть, декоративные элементы я найду потом, когда увижу всю картину в целом, посмотрим, что из этого всего получится. Так что приступим! Thank you.
Ну что, вот и готова моя неделя. Получилась она такая летняя, яркая, в общем, яркая во всех отношениях. И солнечная в то же время, и вот эти все яркие цвета. В общем, очень-очень мне нравится. Я когда только начинала делать вот эти все заголовки, вот эти вот, в общем, все обозначения свои, как-то мне боязно было, что из этого всего получится, потому что казалось, что будет так, в общем, все такими какими-то цветовыми пятнами, и ничего не будет понятно. Но в целом получилось очень-очень классно, мне очень нравится. Если вам тоже, не забывайте поставить лайки, подписывайтесь, заглядывайте в инфобокс и пишите свои комментарии. Новое видео совсем скоро. Пока-пока! Сердце выскочило.